Так, и всем привет, с вами Джам Райнер, и я продолжаю проходить первый StarCraft. Так, тиранов мы прошли, то есть, все. Теперь Зерушата. Нихуя ж не слышно. Знаю, что я есть высший разум, вечный повелитель стаи, и что ты был создан, чтобы служить. Знаю, что я ставлю тебя среди самых великих своих мозговых центров, что ты можешь получить выгоду от их мудрости и опыта. Кроме того, твое предназначение уникально. Пока они будут доносить мое повеление до бесчисленного потомства, ты будешь исполнять одно важное задание. Я нашел существо, которое могло бы стать величайшим из моих агентов. Сейчас оно развивается внутри защитного кризалиса, ожидая своего перерождения в стаю. И должен охранять кризалис. И не допускать покушений на существо внутри него. Иди, мой нерв, защищай его. Да, придется мне вот так вот ставить озвучку. Так, ну получается, погнали. Инкубатор — это сердце колонии Зерган. Он постоянно производит личинок, из которых можно вырастить любую форму зерга. Теперь же создай трутня и приступай к сборке ресурсов. Ради больше, владыка. Вот, блядство. Зергушата мои. Они управляют стаей. Они... мозг каждого зерга. Их нужно создавать по мере роста колонии. Сейчас у тебя достаточно ресурсов. Выбери личинку и мутируй во владыку. Да он сейчас уже выведется. Так. Необходим пруд порождения. Так. Трутни могут мутировать в здание. Угу. Так, ну это я уже все наизусть знаю. Трутни мои. Новая личуха. Надо бы омут захуярить. Омут рождения. Блять. Две сотни нужно. Так. Необходимо больше минералов. Где мои ресурсы? Я тут, блять, только и делаю, что дронюсь. А денег нет. Соточка. Личиночка. Ой, мля, ну давай. Я уже затрахался ждать. 150. Теперь прикажи трудню мутировать в пруд порождения. Злиться. Здание зерга можно строить только на территории колонии. Все, пошел пруд наконец. На территории колонии можно создавать оползни. Только инкубаторы можно создавать на земле. Необходимо больше. Не
Я заебался немножко дрониться. Кстати. Так-то лучше. О, вот и владыки подъехали. Давай вот так захуярим. Я ЗАС, мозг высшего разума. Я заметил группу землян у кристаллов. Ты не должен дать им уйти живыми. Вот тут они, да? Да как два пальца, ёпта. Сейчас все будет. Так, вот эта группа идет сюда. Вы вместе с ними. Так. Трех дронов, будьте добры. Ага, знаю я. Еби их. Где-то должен быть огнеметчик. Нет? Наверное, уже ушатали. Ладно, сидите, ждите там. Недостаточно газа теста. Пошла гидралья. Давай тут их немножко порежем. Голиафус. Ебать. Что? Он что, прошел мимо? Нифига себе. Тут мудозвон взял и прошел мимо. Ой, ебать. Этих мы не втащим. Хотя бы это втащили. Ой, епта. Кажется, им не понравилось, что я там строить начал. Интересно, втащит, не втащит. Ух ты, втащит. Втащил. Так, ну тут вроде бы живем, не болеем. Хорошо. Надо бы армию, что ли, создавать. Чё это мы тут сидим, дудим? 75-25. Ага, ясно. Го создавать нашу великую и непобедимую. Дим Гидрасик. Два Гидрасика. Ой, да похуй. Лучше массой буду брать. Где там мой инкубатор? А, что? А я сюда подошел. Блять, зачем я нажал СД? Эй, пиздюк, я тут вообще. Сюда, сюда, сюда. О, так вот, так вот. А теперь сдохни. На. Ой, опять СД нажал. Ну нахуя? Yeah.
каких-то больше генералов. Ну сколько тебе там надо? 75. Блин, я, кажется, тут долго еще буду строить. Необходимо больше. Малой группой же туда не пойдешь. Необходимо больше, что у меня ресурсов как-то маловато становится. Чувствуется, что маловато. Ладно, давай дронов возьмем. Хуй с вами. Гидрасики, кабасики. О, владыки. Какая неожиданность. А у меня что-то скоро инкубатор доделается. Хорошо. Ладно, так уж и быть, владык запилил. Так, тут эволюция у нас. Готово. Черт. В смысле, блять, больше владык? Ты чё, хуел? Сколько тебе владык там надо, а? О, владыка подъехал. Оп. Чё, я сейчас гидрасиков наделаем, будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. Нужно еще одного владыку захуярить. Так, что там у нас группа? Да маленькая. Маленькая еще группа. Ну, сейчас тут еще три вылезет. Может, мелко 6 запилить? Да не, не хочу. О, минус какая-то хуйня. Ладно, давай мелко 6 запилим. Хуй с вами. Необходимо больше. Так, отлично. Да, ресов, конечно, у меня не слишком много. Так, эта группа будет наверху у нас. Необходимо больше. У нас будет группа мелкошей. Так, ну я думаю, с такой-то группой уже можно и выступать понемножку. У нас группа 1. Группа 3. И вот это у нас будет группа 2. Все, погнали. Уничтожение. Разуплотнение. Отлично. Владык, ну блять, охуеть. Ну охуеть теперь. Проходим, не задержимся. Проходим, 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 проходим. Бьем. Так, эта группа тоже идет вперед. Не задерживаемся.
дальше, все, продвигаемся, продвигаемся. Хуя там мясо. О, тут новая группа уже подъехала. Вот она, суть зергов. Задронился и все, и тащи всю катку. Никто тебе не, ничего не сделает. Блин, минус только в том, что нужно все здания перегасить. Это достаточно заебает. Так, давай сюда. Блять, я СД нажал. Ёп. И тут СД, да? Да, нужно САЖ. Я все до СД шнулся. Блять. Угу, тут мы их рубаем. Вот, блять, вам сюда, столобы. Один понял, что ему делать надо. Блять, вы либо туда, либо сюда идите, как-то разберитесь уже. Так, тут тоже разуплотняют все. Блять, ну и а, все. Ты порадовал меня, молодой мозг, и пока мое сокровище в сохранности, я буду спокоен. Таким образом, твоя жизнь будет иметь смысл. Пока он благополучен, ты будешь благополучен, так как ты часть стаи. Если твоя плоть падет, она будет возрождена. Не бойся ничего, пока ты в стае. Сейчас ты достаточно силен, чтобы познать вместе со стаей путешествие сквозь пространство. Так мы создадим выход из этого опасного мира и сохраним Кризалис внутри улья на планете Чача. Остатки флотилии протоссов все еще есть на орбите планеты. Они будут пытаться блокировать наш скачок. Моя стая поможет тебе, мозг, если потребуется помощь. Такс. Мне нужно добраться до маяка, да? Так, вот они, пиздатые ребята. А, их нужно активировать. Эй, братюни! Братюни, я тут. Так, появилась мутка. Прикольная миссия, всегда ее любил. Достаточно странная, но интересная. Так, играю 16 минут. 17, учитывая эти самые... заставочку. Ты можешь управлять моими слугами, как пожелаешь. Спасибо. У него, кстати, элитка. Урон 20, а у меня урон 10. Два раза пизжони, однако. А по хп 160-80. Ебать, да этот не в два раза пизжи. Появились муты. Муталиски. Но только не думаю, что они будут особо полезными. Может пытаться их протащить? Хотя нет, если на меня сейчас нападут, будет ой-ой-ой. Хотя потомки я разуплотню на изи. Но вперед мясо не помешает пустить. Так, где газилка? Далеко газилка. Надо бы ее уже занимать. Так. Газ пошел. Сколько ж тебе минералов-то надо, а, дружок?
Необходимо больше. Давай. Необходимо больше минералов. Необходимо больше. Принесите мне минералов. Спасибо. Блин, сейчас пока раздронюсь. Будет долго. Кстати, если на моих рабов нападут, будет ой-ой-ой. Просто а-та-та. Опа-на, что за хуйня, зелот. Одинокий зелот решил ко мне прийти. Ну, привет. Что там, все дела, жизнь за Айур? Ну, ок. Двигаем. Необходимо больше минералов. Необходимо больше минералов. Так, газик добывается понемножку. Пока что мне его ошибка много не надо. Вот, блин. Знаете, что я тут поставлю? Вот это вот. Так, вас, друзей моих, давай-ка в тыл отправим. Помню, любил собирать владык здесь. Около Хризалиды. Так, нужно еще. Одной вряд ли хватит. Хризалис. Что там про... А, ага. О, первый этот самый. Дальше дронимся. Я сказал дронимся. Блять, где мои минералы? Оп. Хорошо, я думаю, тут еще 6 будет достаточно. О. А, оверлорд. Еще один. Ну, добыча идет спокойно. Так, а ну-ка давай. Вот это зданице прекрасное поставим. Так, и нужно тут что ли деф поставить. А то нехорошо, если меня проатакуют. На добычу газа, что ли, отправить еще немного. Не знаю. Да у меня тут минералов не шибко, на самом деле. Парочку оползни поставим. Еще. Оползни, оползни. Давайте резче уже. Сейчас создам еще немножко гидрасиков и все. Будет хорошо. Готово. Оползни готовы. Сколько стоит? 50-ку. Хуйня. Отсюда могут пойти. Ребятушки. Нехорошие. Так, ну чё, погнали. Я даже и не сейвился. Ни разу. Оп. Ой, я дрониться начал. Зачем? Так, давай-ка оверов поставим. Немножко. Группа 1. Группа 2. Группа 3. Группа 2. Группа 1. Что там? О, как вовремя. О нет, там моего забили, я слышал. Да, давай ускорим движение гидрасиком. Будет полезно. Минералы мне запилили.
Группа в бой. Группа, блять, вы чё, дебилы? А, ну да. Аутизм искусственного интеллекта. Приятно познакомиться, нахуй. О нет, отступали тип, бля. Так, у нас там некоторые чуть не сдохли. В последнем противостоянии. Так, газа становится мало. Я это четко вижу. Давай-ка еще двух рабов туда отправим. Будет хорошо. Так, нужно еще заэсдэшить пару рабов. Так, такой маленькой группкой пытаемся продвигаться. Только не убивай. Ох, нихуя себе у них дома. Просто раздамажили их всех. Фотонку уничтожать. Фотонка уничтожена. Врагов разуплотнять. Так, тут создается у нас новая группа. Будет группа 4. Выдвигаемся. Так, газика прибавилась существенно. Так, тут наши разуплотняют все и вся, что есть хорошо. Так, мне нужен один раб. Возьми Хризалу. Я чувствую, мы сейчас уже продвинемся дальше. Давай, блядь, бери. Бля. Элитку убили. Ёб твою. Двигаем. Эта группа идет вместе с нами. Так, идет восстановление здоровья. Хорошо. О, владык просит. Привет, мой свет называется. Двигаем. Двигаем. Вы у нас будете пятая группа. Господи, хорош пилон гасить. Давайте, нормально. По-нормальному, давайте. А, я же забыл, вы по-нормальному не умеете. У меня эта миссия оказалась сложнее. Я убивал вот тут базу ихнюю. Кстати, го базу пошарим. Все равно делать нехуй. Давай, бля! Ты меня не видишь. Ну, вали, господи, что у вас такое, такая дистанция огня огромная? Ой, здрасте. Ну да, короче, вот сюда бегал. Где трутень мой? Вот он, все, я выполнил миссию. Может, еще одну выполнить? Не знаю. Ну, давай попробуем, может. Приготовься к первому прыжку сквозь пространство. Мозг. Миссия выполнена. Узнали эту силу, она сильна, еще не родившись. Так как вихрь картин, струящихся из Кризалиса, только тени всей его энергии. Псионные эманации Кризалиса достигли глубин космоса и приманили к нам наших врагов. Уже сейчас мы знаем их план. Отлично. Все сквадроны прекращают формирование и сканируют враждебные субстанции. Император Артур.
Нептунус верит, что там есть зерги, поэтому наша задача уничтожить их всех. В этот раз я не потерплю осечек. Мы покажем этим созданиям, что им не спастись от власти. Привлеките на себя силы землян. Ваша задача — защитить Кризалис любой ценой. Вот так вот. Ну да, помню эту миссию. Вот она мне как-то не очень понравилась. А задача? Задача миссии. Всех землян перегасить. Ясно, понятно. 4 гидрасика. 4 мутасика. Ой, не. Долго дронится. Может, второй улей захуярить? А что это такое? Какие-то умершие создания, что ли? База. Ох, еб! Так, если мне дают топ-базу, значит, то что-то серьезное. Так, давай четырьмя полетаем. Чтоб хоть лещам их дать в ответ. То сейчас я вообще беззащитный. Так, тут у нас нихуя нету. Ну, пойдем отпиздим тех ребятушек. Эй, мутка. Ой, еб. Кажется, моим посос будет сейчас. Да, мои лососнули. Сука. Мы... Я просрал 4 муталя. О, да. Я умею просырать муталей. Это я могу. Давай двигаем. У нас там будет новая база. Да, конечно, 4 гидралами я сделаю войну. Эй, мудозвоны. Ой, тут еще один. Целенький, между прочим. Да господи, да что вы такие живучие, а? 3 Марика убили гидрала, блядь. Что там, блядь, происходило только что? Ты что, Марики грейдженные, что ли? У меня грейды 0-0. Я вообще не грейдженный. Ну и хуй с ним. Дрончик. Так, я думаю, пора бы захуярить газилку. Давно пора, на самом деле. Может, еще третью хату захуярить? То личинок маловато. Так, нужно засейвиться, а то сейчас ко мне придут, леща дадут, а я ничего не могу им сделать в ответ.
А я ничего не при делах вообще буду. Нехорошо это. Необходимо больше. Так, а каким путем они пойдут? Ну, каким-то таким, да. Блин, у меня не осталось муты. Сейчас бы разведать немножко. Так, там имеется газилка, кстати, целая. Что есть хорошо. Ну чё, как тут? О, почти достроил. Готово. Второй инкубатор есть. Ой, блядь. Что-то тяжко. Блин, тут минералов на самом деле не шибко-то. 3500? Ну нихуясь. Минеральчик, блядь, 3500. Нахуяся. Так, ну тут мы вроде бы уже разобрались, да? Минеральчики добываются. Уже 300 минералов скопилось, надо их куда-то потратить, что ли. О, еще одно логово завезли. Хорошо. Так, ну вроде живем, не болеем, все хорошо. Давай еще одного. Еще одного. Чтоб так вообще по-кошерному было. Так, ну тут экономика тоже уже имеется хоть какая-то. Тут на входе поставим еще парочку таких вот друзьяшек. Ой, ебать! Как вовремя. Ёпта, вы как меня видите? Я ж сверху, блядь. Всякий случай сюда одного влепим. Фух, втащил. Трудом натащил. Так, еще дроны. Дроны на все. Блять, кажется, я переборщил. Кажется, я немножко переборщил с дронами. Ну и хуй с ними. Не знаю, газик сюда ставить, не ставить. Хуй я, блядь. Давай газилку влепим все-таки. Что? Мне кажется, или там что-то было, что-то сказали. А что, непонятно. Так, тут что, у меня перебор по рыбам? Да вроде нет. Тут-то вроде тоже не особо. Не замечаю, так сказать. А, улучшение, да. Мне грейдик захуярили. Так, грейд на скорость передвижения есть. Базы раскачаны. Хорошо, живем. Если бы еще эта хуйня восстановилась, а то она битая.
Забитая-перебитая. Сколько нужно? А, всего 25, я успел. Гидрасики-кабасики делаются. С трех-то инкубаторов я тут наштампую их. Ого-го. Так. Давай-ка сюда вниз их. Так, ну какая-то группа уже имеется. Хорошо. Не с пустыми руками, так сказать, придем. Не знаю, одной группы гидролей хватит, потому и нет. Хотя гидроли штука хорошая. Чё там грейд на дальность? Почти доделался. О, грейд на дальность. Надо, блять, владык теперь хотят. Вот, надо. Так, ладно, пошли такой группой. Чё там? Немножко разведаем, помахаемся. Мне типа не сложно. Так, группа 2. Группа 2. Чё, кем, блядь? Кем вы там, блядь, атакованы? Ой, ебать! Сейчас ну, там нам защику дадут. Это я гарантирую, блядь. Чё, осадник всё никак не вскроется? Шесть хп, блядь, осталось. Сука, да сколько можно? Ох, ебать! Я, блядь, вас понял. Всех просрал, нахуй. Вот эта атака была, нахуй. Веселая. Вот я тут тащил. Там осадников быть здоров. Фидеры на возвышенности сидят и дудят там. А я тут снизу дохну. Еще и всех муталей просрал. Ресурсов не шибко. А что делать? А хуй знаю, что делать нам надо. Скёрчу, что ли, настроить немножко. Для разведки. Хотя они же сдохнут быстро. Это ж скёрча. Что с них взять? Так, ладно, новая группа гидрасиков готова, но, блин, я туда не пойду так. Мне нужно прикрытие. Давай хотя бы немножко попытаемся их разуплотнить. Ой, не-не, не сейчас, не сейчас. Назад! Ой, ну раз вы так хотите сдохнуть, без проблем, блядь. Эй, сучара. Ой, да грузно. Так, ускоряет движение владык. Вот, вот это то, что мне надо. Двигаем вперед.
что, есть там что? Походу нету. Так, тут... Все заняты делами. Ой, зачем я SD нажал? Блять, и не раз, между прочим. Так. Взял за SD-шился. Раз, два. Три раба заказал в общей сумме, походу. Приплыли, блять. Да есть минералы у нас, есть. Что, долотом грейд будет делаться? Достаточно, на самом деле. Чуть минералы как-то кончаются. Так, а ну лети, разведай мне этих блядских осадников. Группа 2. Группа 1. Так, мы вроде бы возобновили армию. Блять, опять за СД-шился. Да... Ага, есть контакт. Уничтожить. Ну давай, блять, двигай! У него 6 хп. Ой, валим назад, назад, отступанием. Отступление, нахуй. Ты хер тащишь их там. Они же, блин, мощные такие. Пидоры. Сколько стоит? Блин, не пишут. Как же мне их тащить там? Вообще не ебу. Знаете что, давайте-ка мы попробуем вот сюда куда-то двинуть. Там, я смотрю, у меня вообще не фартит. Мне нужны новые ресурсы. Мне нужны ресурсы, где их найти, я хз вообще. Так, эволюция какая-то завершена. А, скорость передвижения, отлично. О, молодца, разуплотняй. Хорош, малорик, так сказать. Так, эти мелкаши теперь быстрые у нас. Давай-давай-давай, заходим, не стесняемся. Свет наверх, есть. Светили. Есть. Тащили. Ого! Я вижу противника. Пополнение. Моих сосуночков. Бля, я почти всех просрал. Мне бы еще, ребят. Немножечко. Сосунки! Сосунки подъехали. Ой, мля! А тут уже пососано. Ну хотя бы танк вырубили. Бля, какие же они потные, а. Блин, тут без воздуха, ну никак, походу. Ресурсы кончаются. Как я это вообще тащил, когда был мелким? Я вроде помню, я кучу гидралов заказывал. Просто миллиарды. Так, попробуем разведать, что тут у нас. Редко ведь тут больше нет. Нету. Танчик. Еще танчик. Ну ты чё так далеко гасишь? В общем, понятно, что тут у нас. Так, шпиль готов. Отлично. О, 100-100. Мута 100-100. Блин, гасикам нужно больше. Нужно больше гасика. Ну, давай тогда мелкошни позаказываем. Давай-ка двигай сюда. Гидролей мы отправим подальше куда-то. Одного гидрасика попробую запилить вот сюда, вот как-то так. Никто не видит, вся хуйня. Лягушатники там прибыли. Давай-ка уничтожь. Отлично, разуплотнение.
что, блядь? Ага, тут у нас осадник записался, ясно. Очень такой неудобной точке, я бы сказал. Что, блядь? Ну, отвали. Домой. Так, с... Еще два муталя. И вот так хуярим. Давай-ка сюда. Двигаем. Ой, рано. Блять, без муталей тут никак, походу. Блин, они этот минерал будут кромсать вечность. Один-единственный. Так, куча песиков. Минералы-то куда-то тратить надо, а то это только газ да газ. Угу. Господи, сколько у меня этих мелкошей уже, а? Необходимо больше минералов. Так, сколько у меня мутки? 6 штук. Блять, мало-то как. Необходимо больше. Зато лингов много. Где? Кем, блядь? В атаку, блядь. Чё ж ты такой живучий, а? Петрила. Хорош. Будет группа 3, группа 4, господи, где я мутка, я слышал мутку, группа 3, так, с меня нужны личинки, блять, владыки, группа 5, так, и группа 6. Так, все, мелкоши не наспавнили. Может, втащу. Сука, бля, потно. Однако потно. Так. Да ёптить. Владыкам нужно больше. Ишь ты какие, а. Блин, ну конечно, тут заход мега жесткий. Тут танков дохуя. Блять, какие нахуй гидралы? Взял гидралов, бил. Зачем они мне сейчас? Мне нужна мутка. Как туда заходить сюда, да? Все, попиздовали. Пидорасы, Гискеа! Убивантус! Убить! Этих первым делом! Первым делом этих убиваем! Блять, вы куда идете? Нет! Только не тудой! Туда! Ваша цель туда. Сдувать. Ваша цель уничтожить все там как можно быстрее. Господи, как же там много, а? Кто поставил уровень сложности такой жесткий, а? Пидерасы. Все, малорики. Пиздуем. Осадники минус. Есть. Минуснул. Осадников минуснул. Все, мы молодцы. О, так я половину уже втащил. Каким-то чудом. Хорош. Нужно заводы вырубать. Еще осадники, господи. Не, только не это. Давай, вырубай осадников. Так, все, молодцы, тащим. Лингов надо побольше. Будем давить мясом. Я понял тактику.
Я, блядь, великий стратег, нахуй. Великий стратег Виталий. Давай, тащим. О, осадник! Втащил? Втащил. Малорик. Кто Малорик? Я Малорик. Ой, не-не-не-не-не. 0-10. Ты, блядь, куда прёшь? Вы куда прёте, а? Да вы ж прям под стенами бегаете. Дебилы, а? Ещё муталиков. Вот, мута. Привки мутка. Так, группа 3, да? Да, группа 3. Так, давай, короче, на похуй. Алло-ло-ло-ло-ло-ло. Оп! Ё-моё, сколько там танков! А если это все разложится в один прекрасный момент? Это ж пососено просто. Ладно, все, врываемся, тащим. Да, реально, без моты тут, блин, просто никак. Господи, танков миллиард. А, как же приятно врываться к ним туда. О, еще мутка. Врываемся. Да. Давай, 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 зеркраш, зеркраш. Ставим ту зеркраш, все, погнали. Господи, ты что там творишь? Дерьмоед. О, да, да, да. Тащим, тащим, пацаны. Так, все, я все танки вырубил. Я молодец. Теперь просто добиваем все, что осталось. Так, эта группа сюда идет. Эта группа сюда. Тащим, пацаны. Грызем, грызем, грызем все, что есть. Грызаем. Грызаем все, что видим. Мы должны тащить. Конечно, с осадниками я не там упоролись. Остановись, мозг, не слушай. Мозг, ты должен остановиться и переместить Кризалис в более безопасное место. С войсками землян все будет улажено. Фух, ну что ж, а на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.